Было очень страшно. Мы лягли ночью спать, а мы же не знали, что будут ночью бомбить. У нас во дворе снаряд разорвался. И мы не попали под снаряд. И мы там очень было в поезде страшно, потому что мы когда ночью ложились спать, мы ехали, и он что-то бахкал. Я даже одевала на голову одеяло. Нас автобус забрал и привез сюда. И нас отец Михаил встречал. Я хочу во Львове жить. Я когда вырасту, я буду во Львове жить. Потому что тут парк есть недалеко. Потом наверху есть площадка. Мы там играем. И к нам в понедельник всегда приходят психологи. Тетя Настя и дядя Женя. И мы всегда с дядей Женей рисуем. Аниматоры приезжают. И там Марта живет во Львове. Тут аниматоры все живут во Львове. Марта такая: приезжай во Львов, будем дружить.